Вот брюки. Брюки удобные, флисовые. За 790 рублей. Я говорю, брюки за 790 рублей. Я сама своим словам не верю. Где такие цены виданы за 790 рублей? Ну, а размеры у нас есть с 50-го по 68-й. С 50-го по 68-й не подсказывают с колл-центра. Да, спасибо огромное, да, за такой размерный ряд. Да. Я счастлива, что есть возможность и даже мне подобрать свой размер. Потому что в обычных магазинах я слышу, нет вашего размера, нет. И чувствую сразу себя закомплексованной. Скажу тебе больше. Скажу тебе больше, что эти брюки абсолютно унисекс. Да, брюки абсолютно унисекс. То есть у нас мужчины звонят, да, и приобретают вот такие вот кажуальные брюки. Они просто на резинке, флисовые брюки. Невероятно. Без половых принадлежностей. Не без половых принадлежностей. Комфортные, невероятно, удобные. Мягкие, да, абсолютно точно. Ну и, конечно же, флис. Флис – это тот самый флис, о котором мы не раз рассказывали, за который создатели получили даже Нобелевскую премию, который прекрасно дышит, прекрасно отводит влагу. Вообще флис придумывался как раз для спортсменов. Когда вот люди уходили надолго в поход, когда люди, например, много ходили, там где-то лазили по горам, для альпинистов. А сейчас, знаешь, как это актуально? Конечно, мы пойдем в лес по грибы, по ягоды, в каких брюках? Мы поедем на дачу, в каких брюках? А дома расположиться мягко, в мягких, облегающих брюках, которые будут обнимать ваше тело, дарить ощущение комфорта и уверенности в себе. В чем мы будем, девочки и мужчины? Вот добавляю теперь и мужчины, понимаешь? И мужчины, да, ты правильно делаешь. Но я тебе хочу сказать, что не только дома, не только по грибы, по ягоды, в таких брюках мы можем себе вполне пойти на работу. Брюки черные, прямые, классические, посмотрите. Мы будем носить их по городу. Будем, но только те, кто успеет, потому что уже 50 продано, значит, их остается меньше и меньше и меньше. У нас прямой эфир. В Москве 19 часов 28 минут. Время тикает. Последний завершающий эфир на сегодня в рубрике «Мода». Последний момент, когда можно забрать, сэкономить 900 рублей. Закончится эфир. Мы уже не гарантируем вам эту же цену. И вот посмотрите, уже размеры 64, 66 и 68 в ограничении. Поэтому, если у вас роскошные размеры, успейте приобрести. Идеальный вариант для первого приобретения. 900 экономим, за 790 берем. За выгоду берем еще любимому мужу, да еще и сколько получается? 110 рублей в карман положим. Конечно, бонусы приятно. Да, бонусы приятно, конечно, идеально. Тем более, абсолютно должны не переживать за то, что как эти брючки сядут. Сядут они идеально. А благодаря вот размерчикам как да, все-таки. Благодаря тому, что нет абсолютно никакой фурнитуры, мы сможем, во-первых, поиграть с длиной, посадить либо на талию, либо, например, посадить на бедра. Ну и самое главное, в размере 50 мы видим, что у нас очень хорошие А на данный момент с колл-центра сообщаешь, что у нас ажиотаж. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Звонок абсолютно бесплатный. Добавляем еще время для презентации, потому что эти брюки становятся бестселлером. Итак, 55 сантиметров это в каком размере? Это в 50-м размере. То есть у нас еще 10 сантиметров есть люфта в зоне бедра. Да. То есть бедра наши не обтягивают. Больше мы точно больше не точно не нужно. Берем размер в размер. Брюки действительно свободны. Брюки абсолютно прямые. Давай еще растяжимость посмотрим, потому что вот у меня в талии один размер, а в бедрах совершенно другой. Давай, мне важно, давай, чтобы не впивалось ничего в живот. Держи, я даже не буду измерять, мы покажем, что наши брюки мы можем растянуть. Вот посмотрите, в два раза. Резинка у нас многоуровневая, она прострочена у нас, она не перевернется, она не перекрутится. Посмотрите, нет ничего дополнительного, чтобы могло нас побеспокоить. А вот сзади, да, что это у нас, карман? Небольшой карман сзади, да, ну для удобства, для дополнительный. Бонус, да, вот на ягодицах у нас есть такой небольшой карман. Очень удобное у нас, опять же, сиденье. У нас высокая посадка. Обратите внимание, высокая посадка. Давай у нас замерим, чтобы нам не голословными быть. Давай я поучаствую. То есть 35 сантиметров это высота посадки. Но это очень серьезно. Посадка, это прям, да, как знаешь, да, не пережимает животик. А чуть можно я вот талии, так вот, да, прикину себя? Ну, посмотри, да, да. То есть очень хорошо, здорово смотрится. И глубина хорошая. Для меня это важно, потому что у меня форма-то ой-ой-ой. Обычные брюки наденешь, они вот здесь вот заканчиваются, у тебя все наружу вылезает. А здесь все высоко. Животик обнимает. И мне нравится, что это флис. Вот сейчас на межсезонье ветерок подул, пожалуйста. Конечно. Что мы будем надевать? Обычные тончайшие брюки? Нет, флисовые. Все, 60-й размер у нас тоже в ограничении. Так же, как 64-й, 66-й и 68-й.